Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Patch People, как-то так она называется. Она появилась у меня недавно, вот в руки мне попала, так сказать, лицензионная версия со Стима, но игра в раннем доступе, об этом не нужно забывать. И, черт возьми, мне понравилась игрушка, поэтому я решил ее вам показать. Игрушка стратегия с офигенным саундтреком, веселым сюжетом. Ну и, в общем, давайте, пошаговая стратегия, ребят. Поехали, давайте выберем. Добро пожаловать в ранний доступ. Эта игра на данный момент не закончена. Сюжет предварительной версии оборвется на определенном моменте. Некоторые функции, включая бла-бла-бла, это уже нам не интересно. Ну что же. Давайте в меню, и можно, в принципе, начинать, да? Выберем для одного игрока. И поехали! Порой я думаю о том, как выглядит обычная жизнь до того, как медведь врезался в нашу крупную планету. Хрупкую планету, вращая все вокруг в цветной калейдоскоп великолепного хаоса. И я обожаю новый мир. В нем, несомненно, было просто жить, присутствие порядка, чувствую отвратительно. Это звучит до ужаса, а я ненавижу скучать. Я даже представить себе не могу, я не успеваю, ребят, читать. Прелестные волны изумрудной крови извергаются с небес, приносящие смерть и хаос. Постоянное нарушение порядка вещей. В моем животе порхают бабочки от одной лишь мысли об этом. Да, да. Кстати говоря, давайте взглянем на Горацио, скромный фермер, выращивающий чернику, любящий отец и самое скучное существо на этой планете. Но что же это? Похоже, что сейчас произойдет что-то непоправимое и ужасное. Было приятно познакомиться с тобой, Горацио. На самом деле, нет, но тебе пора умирать. Да, как весело, не для себя, разумеется. Вот та сочная семья, о которой я вам рассказывал. И вот видите эти капли? Быстрее, гроза уже близко! Фермер убить, ребенка съесть, дом сжечь! Ребенок. Коры, коры! Ну что, а ну прочь от моей семьи! Это пошаговая приключенческая игра. Скажи, Горацио, куда ему идти? И вот, собственно, начинает свой. Ребят, начало здесь просто офигенно. Я вот реально... вот. Ну, улыбка сразу появляется, как минимум. Я уверен, у вас тоже. Но начало игры прям вот сразу же моментально. Так, вот эти зеленые капли, которые вы видели, это вот как раз-таки кровь этого огромного медведя, который врезался в нашу планету. Вы представьте только себе, это медведь какой-то. Ну ладно, давайте защитим нашу семью. В бой нужно удерживать пробелом, чтобы ход начать. Щиты отлично блокируют стрелы. Чем тяжелее щит, тем больше стрел отразится. Ну и сейчас по мне, наверное, и стрел как начнут шмалять, скорее всего. Папа! Гензель, не выходи из дома! В бой! Отлично, с первого удара. К сожалению, отдалить нельзя. То есть... я сказал, Горацио умирает. Чувак, позиционирование определяет вашу цель. То есть, с какой стороны, конечно, встанем. Если мы здесь встанем, то он, наверное, ударит двух, что ли. Или будет сам выбирать, скорее всего. Да, скорее всего, сам будет выбирать, кого ударить. Поэтому мы давайте сразу в одного поближе. Ну, это уже с щитом, как видите. Осторожно, медвежья кровь пошла сильнее. Отлично. Я сказал, Горацио умирает. Упс, какой я неуклюжий. Гензель, когда плохие мальчики не слушают, их наказывают.
Блин, я не знаю, но это сюжет самый безумный, какой я видел. Только это что такое происходит вообще? Ладно, давайте рвем дальше. Вау, я вспомнил, что у меня важные дела. Удачи вам. Понятно, он решил сбежать с поля боя. Эй, да я просто шутил, что съем вашего аппетитного малыша. Готов, готов. С одной лишь пригоршней черники и тупым выражением лица Гораций отправился искать убежище. Обремененный сознанием того, что ничего этого бы не произошло, что уж хуже, так это то, что у него слабые ручки и уродливая рожа. Не понимаю, что в этом такого, но это все будет мучить его, пока я не положу конец его страданиям веселья. Его страданиям и веселья. Может быть, я не успеваю правильно прочитать, ребята, уж извините, пожалуйста, но как получается... Акан, вот к девке, наверное, нужно. Кто же эта прекрасная леди? Она выглядит оглодающей. Горацио поделился с ней черникой. Нет такой, нет, поделиться с ней ягодами. Как щедро с твоей стороны. Ее звали Пипестрелла. И несмотря на то, что она попросила помощи Горацио, видите ли, на ее замок напали угрюмые войны и... Вперед, мой маленький герой, возможно, это станет взаимовыгодным союзом. Вот этот голос, я так понимаю... Я сначала подумал, что это медведь, но... Я так понимаю, это просто слишком поздно, принцесса. Это вот как кто-то рассказчик, да, который, так сказать, ведет нашего героя. Прочь от моего отца! Отлично! Ну вот, тот усатый сказал мне, что все... Даже не знаю, зачем ему это говорить. Так, ну давайте подеремся. Так, что у нас получается? Жесть. О, господи. Мечи неэффективны против врагов в шлемах. Колотушки наносят большой урон врагам в шлемах. Ну, понятно. Вначале, конечно же, у нас идет небольшое обучение. Давайте вот так вот встанем, чтобы... Вот здесь, как видите, лучники, чтобы принять урон от луков больше, как бы. Ух ты, два... Прям половины жизни сразу же и нету. Вот видите, по нам больше стреляют, и мы принимаем стрелы на себя в первую очередь, это важнее. Кстати, и по врагам попадают они тоже. Прикольно, кстати, вот эта тема прикольная. Давайте вот так вот, ну и вот так вот, наверное, сразу в одного будем фокусироваться. Бам-бам! Отлично. Погнали дальше. Ох-ох-ох, крит прошел. Нифига прессует-то как, жестко. Я понимаю, когда вот эти монетки вылетают, это он как бы блокирует, да, то есть урон. Так, давайте вот этого добьем. И вот так вот. Наверное, я надеюсь... А, блин, что-то я немножко переп... Ну ладно. Такое чувство, что они сами все-таки выбирают. Да, они сами, похоже, выбирают, кого бить. Отлично, опять мы блокируем урон. Хорошо так, при том, эффективно очень, я бы сказал. Так, ну просто здесь вот так вот пробел еще раз. Минус один, все, готово. Ну, тут... Просто ждем... Ждем, когда проходит ход, и все. К сожалению, ничего тактического я здесь не могу сейчас вот выдать, потому что, похоже, у меня не все возможности даже есть. Блин, а у меня почти убитый чувак-то, его почти, я бы сказал, убили уже. Так, ну, в принципе, все, давайте так вот заканчиваем. И есть минус, минус один, готово. Значит, вы, мягкие черепушки, убили парочку моих гельмититов. Но это не важно, замок уничтожен, миссия выполнена, запрашиваю эвакуацию. Стойте, я с вами еще не закончил, трусы. Хаотичная работа, джентльмены, пора нести разрушение и в другие места. О, прости, Пип, ты огорчена? Это что? Это что? Это чёрт. О боже, а-а-а, папа, и он типа, блин, я не знаю, это самая упоротая игра уже, вот я так вот считаю. Какой, блин, космический корабль, что происходит?
О, господи. Сердце разбилось, типа, разбитое сердце. Блин. О, боже мой, я так давно от игры не смеялся и не получал такого вот веселья. Так, нам куда-то дальше, да, то есть... Оставший разрушение замка и совсем мертвым папашей, Пестрел решил посопротивить капитану. О, ее оптимистичный настрой и безусловно смелость покорила Горацио настолько, что он ментально позабыл своего сына и свой дом, и... Да, забыл. Понятно. Горацио отдал припили остатки своей черники, и они выдвинулись по направлению в город. Идеальное место для того, чтобы восстановить силы и подготовиться к чемуто там. А плюс там есть неплохие рестораны и кукурузный хлеб. Очень быстро диалог идет. Блин, смотрите, здесь какие-то римляне, вон, зомби, да? Саундтрек прям потрясающий, на самом деле. Немножечко я не успеваю. Ух ты, это ж сладкие берега, ребят. Офигеть, это кровь капает везде. Почему еще вода синяя? Ну ладно, давайте вернемся в город. Да, город полный сумасшедшего оживления. Лучше предложить кошелек в надежное место. Мы все потеряли, но никогда не поздно начать сначала. Битва в яме должна принести нам золото. Давай попробуем найти еще одного бойца в нашу команду. Так, это типа город так тусит, что ли? Это типа жизнь в городе, да, я так понимаю? Полуциклоп не хочет подраться вместе с нами в яме. Угу, давай объединим души. Ну давай. Что это происходит? Что происходит? Что происходит, ребят? Офигеть, это медведь, что ли, типа? Или что? Что происходит? Жесть. Трек, кстати, вообще отличный. Блин, саундтреки здесь прям вообще убойные, честно скажу. Так, отлично. Ого, ну что произошло? Добро пожаловать в яму! Бой! Блин, господи, это просто ржака. Так, бой начинается. Эй, родственная душа, ты не мог бы меня прикрыть? Конечно, прикроем. Точно, мне нужно стоять перед моими союзниками, чтобы получать урон от стрел. У меня же есть щит. Так. Смотрите, если на него навести, то видно, что у него... То есть он типа мечами дерется, у него есть шлем, и вот что-то в конце точечка, это я не понимаю. Здесь у нас только мечами дерется и точечка. Так, давайте ее вот сюда подведем, потому что она у нас будет... Так, мы тебя вот сюда, а вот это вот сюда, вот так вот. Оп-оп-оп, криты пошли. Пинг, один удар. Он защитился, видели? Шлемом защитился. О-о-о-о, пошел принимать. Отлично, хорошо. Метательные топоры могут оглушить врагов. Чтобы метнуть топор между вами и вашей целью, должна оставаться пустая клетка. А, ну вот, все понятно. Тогда мы вот так вот подходим, этого оставляем здесь. И вот так вот нажимаем пробел. Оп, оп, он, видели, оглушил нашего противника. Видите, у него... А, он даже два топора метнул в одного и второго. То есть они мне урон не будут наносить. Блин, круто на самом деле. Достаточно, выводите пятнистого наездника. Это что? Чувак с узишками. И это же жираф с шарами. Что происходит в этой игре? Боже мой. Реально какой-то безумный. Так же остаемся. Пятнистый наездник с узишками. Прикиньте, ребят. Офигеть. Воу-воу-воу-воу-воу, хорош, спокойно. Спокойно, спокойно. Я могу оглушать врагов, бросая в них топоры, да я уже понял. Так, а ты вот у нас знаешь, что сделаем? Ты вот сюда вот, ты оставайся на месте, а вот так вот, а ты сюда. Вот так вот. Оп-оп-оп. Блин. И кого? А, ну ладно, добили, все, отлично. Что это такое? Я сейчас не понял, что здесь произошло. А, это, наверное, его так убили. Так, этого мы посылаем на добивание. Этого вот так вот, а этого вот так вот. Оп.
Есть, убили. Отлично. Дабл килл. Вот это он воет. Так, здесь мы добьем сейчас лучника, нормально. Добьем лучника, а здесь вот так вот. И здесь оставим, потому что он у нас метнет, наверное, топоры, я так думаю, да? Нет, не метнул, потому что нужна одна клетка между врагами. Окей, окей. Так, ну ты давай сюда куда-нибудь, ты вот сюда, а вот ты вот сюда, вот так вот. Теперь они вдвоем. И метнет топоры. Да-да-да. Крит. Нифига себе, оглушил? Оглушил? Нет, не оглушил, смотрите, что происходит. Но сейчас, наверное, добьет уже. Давайте просто пробел нажмем. Блин, вот, добил, отлично. И, смотрите, здесь уже у нас статистика есть. То есть мы получаем... Денежки пошли, у нас какая-то радуга из звезд пошла. Наверху какие-то сундучки, сумки появились, что-то, да, то есть... Показан опыт, который мы получили, то есть в защите, кто-то в уроне, да, кто-то в скиллах. Смотрите, вот здесь примену способностей. Они вошли оттуда, Горацио поцеловал Йозефа и вонзил меч ему прямо в живот. Нет? Тебе стоило бы начать слушать меня, Горацио. Так, герой сильнее и имеет больше здоровья. Выберите своего героя. Ну да, вот пускай он будет, конечно же. Император доволен вашим выступлением, поэтому он дарит тебе дом, вот этот, рядом с рынком. Это вот это, я так понимаю, да? И мы здесь можем, как видите, сюда попасть. Вот у нас герой, то есть на нем корона. У него, вот видите, не все, как видите, переведено. Ну ладно. То есть он стрелы, да, блокирует. Здесь у нас крошит, а здесь у нас он может стан и стрелять. И вот оружие, как видите, можно выбрать разное оружие. Но топоры, только топоры у меня есть, да? То есть, а здесь... То есть, я могу... Смотрите, я могу вместо щита что-то другое выбрать. Прикольно. То есть, она тоже может блокировать стрелы, но совсем-совсем мало. Или нет? А, нет, у нее нет такого скилла. Хм, ну ладно. А у меня, я так понимаю, ничего нового. Зона... А, это типа вторая команда будет, да? Если здесь. Понятно. Окей, ну давайте выходим. Вау, отлично, дом... Отличный дом, не правда ли? Знаешь, тут у нас были проблемы с разбойниками возле пляжа. А так как ты теперь в долгу у императора... К воротам! Просто к воротам. Так, а ну-ка давайте мы попробуем какой-нибудь инвентарь, может быть, открыть или еще что-то. Нет, ничего не открывается. По крайней мере, по стандартным кнопкам И, Б, Тап или что-то типа такого, может быть, С. Нет, ничего нет. Похоже, в доме мы все это будем всегда делать. И, как видите, вот у нас теперь есть повозочка вот такая, на которой мы рассекаем, притом с двумя пушками. Ну и поехали на пляж. А, вот этот медведь, смотрите, он врезался, у него... И кровь перестала капать, как видите. То есть он упал, типа, уже. Вон, видите, у него мозги. Вот этот медведь. Жесть! Жесть! Просто жесть! Это соски у него, что ли, такие? Да, инопланетный медведь. Ладно, давайте сюда. И нападем вот на... Ну, давай, нападай. Какого черта, Эдди, Вероника? Говорила, что ты крутой. Еще какой? Ты только посмотри на мою тачку. Твои друзья убили всех на моей пляжной вечеринке. Да не забудь. Да не будь ты такой занудой. Давай принесем тебя в жертву Чогу на настоящей вечеринке. Что? Ты сдурел? Молчать! Это не вопрос! Нифига он. Стойте, вы не можете так поступить. Еще как можем, дедуля. Доня, разберись с этими клоунами. Опа! Опять бой? Так. Это такие вообще, это, смотрите, какие-то представители водного мира, что ли. То есть у них акульи шлема здесь вон. Давайте разберемся с этими разбойниками по порядку. А, ваши бойцы сами принимают решение. Вы приказываете им, куда идти, но они сами решают, кого атаковать. Понятно. Так. Давайте вот этого сюда, этого сюда, этого сюда. То есть у нас с топорами будет метать топоры. А, это повозка наша, я думаю, кто это такие. С топорами чувак будет метать топоры в кого-то из них. Здесь она будет вот его убивать, а здесь он возьмет на себя вот этого. Ну, то есть этот проход, так скажем. Затанкует его. Погнали. Бой! Фу. А куда он метнул? Что-то я не понял. Один, наверное, он промахнулся. Так, смотрим, что они. Здоровье команды, кстати, видите, теперь показывается.
Прикольно. Не знаю, почему теперь появился. Блин, они кидаются здесь камнями какими-то. Ну ладно. В принципе, в той же стойке можно оставаться. Так что давайте. Топор кинул, но ему Донни говорит, что вы сейчас огребете шнурки. Что такое? Это что такое сейчас было? Отлично, держимся, держимся. Одного лучника, я так понимаю, вылавливаем. Так, ну-ка. Но ты здесь остаешься, ты здесь тоже остаешься. Что за палец вниз? Вот этого я не понял, ну ладно. Продолжаем драться. Почему он не станет, блин? Меня вот это немножко напрягает. Наш чувак с топорами, он не станет никого. Мне это не нравится. Так, ее нужно вот сюда вот переводить, потому что... Почему я теперь вижу, насколько я близок к смерти? Понятно. А мы не мы же объединили души, помнишь? Силу циклопа, чувак. Некогда объяснять. В общем, дерись. Ну, в принципе, он прав в какой-то степени. Так. Так, здесь оставляем. Давайте выберем другого. Вот этим вот сюда вот отойдем. А это и вот сюда вот. Вот так вот. Так, как раз таки по... Ну застань ты. Эх. Ну ладно, почему-то не станет. Я не знаю почему. Ну ладно, почему-то не хочет его застанить. Девку у меня уничтожают просто, я бы так сказал. Наверное, нужно поменять какую-то... Как-то тактику нужно поменять. Давайте вот сюда вот. А ты у нас отойдешь вот сюда вот. А ты здесь будешь драться. Давайте вот так вот. Поменяем тактику, потому что... Level up! Потому что у нас девушку нашу убивают, и мне это совершенно не нравится. Да опять, смотрите. Воу-воу-воу, хорош! Ее могут таким образом убить же. Типа, ну, типа это как бы нехорошо. Так, давайте вот так вот. Ты у нас... Блин, ну отходи вот так вот, что ли, я не знаю. Потому что... Черт. И сейчас они, конечно же, побегут за ней. Эх, смотрите, что. Неужели добьет, а? Нет! И что, все, она вообще будет убита теперь? Ну и как раз посмотрим в конце, если что, переиграем. Потому что... Потому что как-то что-то я в шоке. Левел ап, конечно, но... Так, а стоп, можно переиграть? Включить автобой, как играть? Нет, сообщить об ошибке. Переиграть нельзя. Но интересно, вот герой наш восстановится или нет? Потому что что-то как-то мы его потеряли очень легко, я бы сказал. Вот так вот. Блин, этого здорового чувака мы будем полтора часа убивать. Воу-воу-воу, почему это он отлетел? Это его ударили таким образом, что ли? Давайте вот сюда вот. А ты вот сюда вот. Блин, тут еще в шлеме чувак, его долго будем убивать. Ну ладно, как-нибудь справимся, я надеюсь. Этот промахивается. В своего попал, отлично. Давайте вот так вот и застанем. Есть! 120 хп, что-то. Блин, нашего... Вот этого прям вообще убивают. Ну давайте, по... Хоп, есть, левел ап, отлично. Так. Что? Хорош, наконец, новый свет. Я рекрутадор София, объявляю эти земли Я не успеваю, ребят, читать. Аборигены там был написан. Шрифт еще такой странный. Блин, у меня убили ее и че, типа... типа клетка какая-то. И типа все, что ли? Да, она у меня убита. Но, наверное, я ее восстановлю, потому что она у меня до сих пор есть. Давайте-ка мы сгоняем в город. Давайте в город сгоняем. Может, что это такое? Че, серьезно? Я сейчас с ней буду драться? С печенькой этой, что ли? Или что это? Security checkpoint. Что? Что? Господи.
Ям-ям. О боже. Отлично. Я не знаю, что это такое, но это коры. Итак, ребята, выворачивайте карманы. Это разбойники. Так, ребят, ну-ка. А, все, восстановилась у нас девчонка, нормально. Глядите, друзья, да это же потенциальный рекрут. А вот тот мелкий выглядит очень вкусно. Что-что? Меня назвали вкусным? Эй, что такое? Вообще-то это вас тут грабят. Я объявляю этот кепкейк своим во имя Изабеллы, королевы испанской. О, как вербовать бойцов? Убейте всех, кроме нужного вам бойца. Бросьте на него сеть. А, увезите его домой. О, ну-ка давайте попробуем. Даже, понимаете, даже значки наших коалиций, они готовы драться до последнего. Так, давайте вот так вот и... Блин. А чё он у нас... Так, давай-ка ты вот... Стоп. А можно... Я вот хочу вот, да, отменить. Так, ты у нас... Я вот не знаю, ты у нас кто вообще? Ближний бой, наверное, да? Она еще и в шлеме. Так, и вот сюда вот давайте. Погнали. У нас герой весь в крови. Ух ты ж, ему крит сразу воткнули. Нифига себе, а чё так жестко-то? Так, ну давайте, ребятки, ответим! Война валлиганов! Жалко, не прошло. Саундтрек, слышите? Потрясающий, прям музыка. Мне очень нравится здесь. Так, давайте еще, ждем. Ну, добейте. Ну, чуть-чуть осталось же. Интересно, у нас выживет этот чувак? Наверное, выживет. У него жизни все-таки много. Он танчел у нас полный. Ему бы еще шлем. И было бы вообще шикарно, на самом деле. Так, ну давайте теперь, наверное, я думаю, надо отойти. Потому что я что-то немножко побаиваюсь. Есть минус один. О, здесь он в сетку попался. Но нам он в сетку не нужен, поэтому... Поэтому мы его... Давайте вот так вот. Ты вот так вот. Ты вот так вот. А ты вот так вот. Давайте вчетвером его запинаем просто дружненько. Наваливай. Еее, левел ап. Так, погнали дальше. Лучника остается убить. И захватить нашего капкейка, да, пирожное. Представляете, это всегда у тебя будет, значит, еда с собой, да? То есть как-то вот так вот получается. Так. Так, вот так вот. Продолжай лечить или пожалеешь, что тебя испекли. А, это лекарь. Слушаюсь, повинуюсь, больше лазури. Глазури, точнее. Он лечит, смотрите. Хорош, чувак. Не надо так делать. Зачем ты такой злой? Так, ты остаешься здесь, значит. Вот этот вот, вот сюда вот. А тебя вот сюда, чтобы захватить вот этого. Все, понятно, понятно. Еее, левел ап. Да блин, хорош лечить, чувак, не нужно этого делать. Так вот еще. Наваливай. Зачем ты этого захватываешь? Ну ладно. Потому что мы, наверное, его бьем. Блин, лучник первый раз такого вижу, он какой-то зверский просто. И жизни... А, вот видно его. Сейчас, наверное, убьем уже. Давай, добивай. Есть. И поймали, как видите. Вербовка! Отлично, спасибо, я свободен. София обязана выжить. Нужно сделать заметку об этом. Справочник по выживанию. И не переведено, как видите, вот здесь вот. Он типа. А, он свои жизни тратит, что ли, для того, чтобы. Для того, чтобы полечить. Все, нормально. Так, ну ладно, давайте. Здесь, видите, захватили мы. Какие-то награды непонятные, где их посмотреть. Вот, то есть непонятно, что показывается. И вроде бы все, ребята, разбойники. Это что такое? Вот сейчас... Что такое сейчас было? Я не понял. Ну ладно. Это что? Алло, это чья... Это чья рука сейчас была? Бррр! Ребят, серьезно, это чья рука была? Раз это не медведи, то это другого медведя какого-то, что ли? Смотрите, здесь какие-то... Я буду ждать тебя у ворот.
Вы открыли безумный режим. Штуковина, включающая безумный режим, находится в городе. Активируйте ее, чтобы включить и выключить безумный режим. Вы открыли космофон. Космофон находится в городе. Используйте его, чтобы играть по сети и приглашать друзей. Прикольно, прикольно. Но на этом я буду заканчивать, ребятки. Игрушка, ну, я не знаю, как по вам, но вот для меня, я поржал. Вот честно скажу, я поржал. О, шлем, отличный шлем. Я с удовольствием, смотрите, сюрикен какой-то. Можно вот такой вот щит взять, да, то есть можно. Да, ну такое добавить вот здесь вот. Ну-ка, маленькие щиты, ладно. А здесь сюрикен, вау, это что? А как-нибудь можно посмотреть, что это такое вообще? А, она пробивает, смотрите, можно издалека. Нет, мне не нравится, она все-таки танкует у нас. Так, а шлемов больше нету? Нету больше шлемов. А вот этот может, кстати, я так понимаю. Вау, смотрите, и луки можно, и вот... Ох ты ж, и палицу можно взять, да? То есть, смотрите, он таким становится здесь. О, господи, что-то прям нереального всякого вариантов открылось. Тут и луки-стрелы, да? То есть, пистолет или вот такой, или лук можно просто сделать. Или вот такой вот лук сделать. Офигеть, ребят! Из него, то есть можно пистолет и кирпич. То есть он будет типа в ближнем бою и стреляться еще. Ребят, это жесть, конечно. А здесь у нас... Ох, ну тут тоже выбор, выбор и выбор. И шлем, конечно же. Прикольно, очень прикольно. Игрушка как минимум ржачная. И интересно, что дальше, ну на мой взгляд. Если вам понравилась тоже игрушка, то, ребят, напишите, пожалуйста, ваши комментарии об игре, оцените ее, да, то есть оцените, это что такое? А, это как раз вот позвонить, чтобы играть с другом. Это здесь поменять музыку, я так понимаю, да. А это вот хардкорный какой-то режим. Ну ладно, не будем его включать. То есть пишите ваше мнение об игре. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилась игра, и если мы 200 лайков набиваем или набираем, то я продолжаю снимать эту игру. Всем всего, удачи и пока!